Ну что, всем привет! Вы на канале Ириночка Сергеевна. Сегодня мы едим диетическую вкусную картошечку. Всем приятного аппетита! Кушайте вместе со мной и худейте, как говорится, да? Эх, как вкусно и полезно. Знаете, что хотела вам показать? Смотрите, сегодня какую маску приобрели. Красиво. Оденем. Бляха. Бляха, муха, это как? Ну это как-то вот так. Понимаем, да? Это, короче, как-то вот так. Это как-то вот так. Да. Ну что? Мальчики и девочки, кто чем занимался? А? Даже не знаю. Если бы ты была на месте девушки, и моя мама увидела особое видео, боюсь представить, что бы она мне сделала. Ну так а зачем? Я не собираюсь твоей девушкой быть. И с твоей мамой знакомиться тоже. Понимаем, да? У меня еще великолепный почти муж. Не знаю. А чем мне с твоей мамой знакомиться? Какие-то вы странные люди заходите ко мне. Все говорят, мы идем, обочки, заходим. Да? А потом оказываются не дюмовочки. Вот так вот. Я бы представила, что она мне сделала. Еще могла бы скидку сделать за монетизацию, но так базуриться бесплатно. Угомонитесь, да? Да, землю худею. Понимаем, да? И вам советую, ешьте, худейте. Это очень полезно. Вот как-то так, ничего иначе. У нас, короче, погода. Холодно, но ничего. Рядом с тобой мне горячо. Да. Вот так вот. Картошка и черный хлебушек вообще вкуснятина. Люди, она вас дураками называет, а вы ей донат шлете. Это правда, что ли? Кого я дураками называю? Круто. А я ем и худею. Да, Мусь? Мушка тоже сегодня ест и худеет. Мушка, скажи привет. Песни поет.
Она поет: в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зелененькая была. Через девочки, скоро Рождество. Вас всех с Рождеством. Так оно. Вот, пойдем, короче, гадать. Пойдем кроссовок кидать. Ну, с ТХ мы разговаривали в трансляции. По гаданиям. Да. Кто-нибудь заберите у него уже телефон. Почему? Кто? Кто это может сделать? Некому забирать телефон. Все меня любят. Ну, а если ты... так и я тебе неприятно, так не заходи. А телефон никто не заберет. Ты что? Телефон – это такая вещь. Понимаешь, да? Помните раньше, когда я была маленькая, была передача: я всегда с собой беру видеокамеру. Как она называется? Привет, Иринка. Молодец, Виталик. Привет тебе. Тахе тоже привет. Ну, так вот. Так что, Тахе, ты ж хотела снега. Вот, приходи завтра. И это... погадаем с тобой. У нас уже наваряжено. Ну что, привет. 19 числа пойдем в прорубь нырять. У нас как раз будут морозы. Понимаете, да? Будет холодно, 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 но ничего. А рядом с тобой мне горячо. А, что, руки зашутся, наверное, буду ниже, да. От предыдущей жрачки. Не. С бодунища. Понимаете? Ну как? Я вроде взрослый человек. Могу выпить, могу нет. Чай им мой не понравился. Представляете, да? Ничего себе. Чай, яндевский чай. Как всегда, из ведра. Надо было капустки, короче, сделать. Маринованную это у меня капуста. Может, еще не съели. Ну, что, солянь была. Вот, а 19 числа купаться поедем.
Буль-буль карасики. Иринка, привет! Приятного аппетита, моя хорошая. Кстати, халат, кофта, либо случаем красиво смотрится. Очень на тебе идет. Спасибо, Мария. Привет тебе, Мария. Привет. Я передаю тебе привет. А что ты дышишь, как паровоз? Хочу. А что? Я хочу. Что, нельзя, что ли? Так что, вот как-то так. Наверное, завтра блинчики, да, сделать. Иринка, Иринка, иногда смотрю канал, хочется сказать, Ирина, все полные люди успокаивают себя. Что, люди как судако? Ой. Как люди, как Судаков, как Нинка, пиратка, молодые женщины. Нифига себе, там целую поэму написали. Такое ощущение, что это. Люблю, не могу. Кстати, где мой там Димасик? Как вы правы, хорошо, что все большинство адекватных людей понимает. Ну, вы-то точно неадекватные. Ну что? А что такое? Что такое? Судакова. Что вы ей завидуете там, Судаковой? И Нинки пиратки. Не можете без нее жить. Понятно вам, да? Девочка это мешает. И я тебя съем. Не ешь меня. Что, Нинка, нормальная Нинка? Что такого ваша? Правда, не смотрю. А Нинка, нормально Нинка. Чем ты хвастаешься? Конечно, мы можем себе позволить такую еду на ночь. Мы себя бережем правильно. То вдруг вы станете на весы, а там лишние 10 грамм покажут, и все. Все, прощай молодость. Здравствуй, старость. И вы такие, что нам дальше делать? Да? Стала на весы, жрица колбасы. Показали весы. Чего?
Вот как-то так. Что они показали вам? Что хорэ жрать? Ой. А сейчас Дед Мороз должен прийти к Иринке. Что ты туда смотришь? Ну что я смотрю? Так что, знаете, это вы беспокоитесь о каждых 10 грамм набранных. У вас это аж прямо. Так, Ира, красавица моя, всегда правильно их этим комментирую. Командиров. Я все жду, когда под ней фундамент взорвется, вот же жака будет. Блин, у меня нету фундамента, у меня деревянный пол. Понимаете, да? Так что, что там взорвется? Да вот если под вами фундамент взорвется, так вы все, пипец. О, сидим печенюшку. Читают комменты, если буквы разбирают. Да. Не говорите. Ну что, не все такие умные, как вы, по краскам дежурные. Хотите? А не, вам нельзя. У вас же это сразу плюс 5 килограмм будет. И вы, ой, плюс 5 килограмм, что мне делать? Да? Так, вот-вот самооценка у девушки. Так держать, Ирина Сергеевна. Классно. А мне вообще пофиг, кто что думает обо мне. Да? Если ты была бы на месте, девушка моя, а ты кто? Знаете, у меня какой-то чувак уже второй день на WhatsApp названивал. Ты чего ему надо? Нету Иринки, украли. Я никогда не буду на месте твоей девушки, понимаешь? А, кстати, Димасик, ты там где? Чай, как верблюжья мыча. Вкусная, кстати, вафелька. Вот так вот. Так что, мальчики и девочки, не беспокойтесь. У меня пол деревянный. Соседей под низом нету. Только крысы.
Понимаете? Я имею в виду, которые бегают там. Но они же все-таки существуют. Вот на моем канале тоже бегают такие существа. Так что не переживайте. Фундамент не рухнет. И пол не проломится. Так что жрем дальше. Жрем и худеем. Да? Это, кстати, мозги шевелятся. Ну, значит, они у меня есть, присутствуют. Так что вы сильно не переживайте. Понятно? Не, мы нихера не поняли. Это Дед Мороз стучится. Тук-т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 ук. Как Дед Мороз за ремня, да? Да? Забери пьяную домой. Ой, как бы стать, чтобы фундамент не проломил. То вдруг проломится, я что делать буду? А на улице-то холодно. Чтобы фундамента... Понимаете? Ой, я иду. Ой, я пришел. Я же тоже конфеткой ходил. Вот так вот. Ой. Забери пьяную домой. Хотите конфетку? Может, вы сидите, вам полегчает? Трюфель «Красный Октябрь». Вкусно. Несколько калорийно. И полезно, полезно, главное. Фундамент. А что такое фундамент? Я строительство не понимаю. Хоть напишите в комментариях, а? Угу. Какая вкусная тень. Взрыв башки. Теперь я наелась. Еще бы ты не наелась, только сожрать. Конечно. Во-первых, я не жру, а кушаю. Да. Забери пьянкую домой, Иринку. Овощи. Это что такое? Какая красотень. И невозможно наглядеться. А что там время? 8:02. Вот так вот, телепузики мои, сахарные заводики. Кушаем вместе со мной и худеем.
Ну все, мальчики и девочки, я поела. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Не пишите гадости, то пойдете в бан. Все, всем пока.